Мы тут с братками прокачаем этот камешек, снимем скрипт и сольем его в нет. Слушай, братан, а давай к нам. У нас тут, понимаешь, не хватает кучего. Соглашайся. Сольем салфуху в нет, срубим кучу лайков. А не дать ли тебе по шее? Ты че, Вася? Пацаны, глянь, у нас тут груша для лайков нарисовалась. Наших зверюшек. Эй, братва, вызовите Лёрик, но того бутанка в организацию. Ай, бля, стой, да мы же пошутили. Ай, не бей, всё, делай, что хочешь. Здорово! Нужна помощь. Я тут под землю иду. Не должишь ружье на часик? Хорошо, но только долго там не задерживайся. И ружье сразу мне не неси, потом отдашь. У тебя лайков мало, а это вредно для моей репутации. Thank you.
золото. Да кому нужно это золото в 2К каком-то? Но фотки должны получиться прикольными. Хе-хе, забавно получается. Если я поверну этот винтель, то нехилая куча рыб-мутантов окажется прямо на улице. Убить они, конечно, никого не смогут, но шума устроят точно. А если выложить видео, как вы пускаете тварей на улицу, то нехилая пачка лайков не обеспечена. А давай, мне сейчас очень нужны лайки. Всех подписчиков канала. Хэштег FM. Для вас, как всегда, вещает Кахик, и у меня для вас срочные новости. Буквально минуту назад пользователь с ником Кислород выложил инет-видео, в котором он одновременно открывает все шлюзы городской канализации. В результате... Так, если я нажму пару лайков, то мне стоит пойти к цирку. Иначе я просто зря теряю время. Братышка, а ну подойди сюда. Слушаю вас. Слушай, дорогой, такое дело. Мы тут вещички хой-какой грузим. А черти железобелки за свои дела эти шмайки стащили пару ящиков. Если поможешь найти, то в долгу не останемся. За родные слова отвечаю. А сколько всего ящиков? 5 штук. Хорошо, ждите тут. Yeah.
Интересный у них тут реквизит. Ха! Я тут могу такой пранк устроить. Лайки в подписке обеспечены. Правда. Если я это проверну, то полиция тут же сюда съедется. И отдать реквизит назад я не смогу. Huh?